Вождение с превышением скорости продолжает оставаться главной опасностью на дорогах. Но бывает и так, что пешеходы сами нарушают правила. А в случае ДТП с участием ребенка отвечать придется не только водителю, но и родителям. Подробности у Виталия Абрамова. Накануне вечером в Мархе двигавшийся на высокой скорости 41-й москвич, не справившись с управлением, вылетел в кювет, где столкнулся с канализационным люком. Удар был такой силой, и машину настолько смяло, что пострадавших пришлось вытаскивать спасателям. К сожалению, пассажир, сидевший на переднем сидении, не выжил. И водитель, и выживший пассажир в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. А материалы по факту дорожно-транспортного происшествия переданы в следственные органы. Также вчера, но около полудня, на улице Кузьмина Toyota Crown сбила 7-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть. Скорость была 30-40 км, не больше. К счастью, обошлось без серьезных травм, и девочке назначили амбулаторное лечение. А вот родителям придется ответить. В инспекции по делам несовершеннолетних госавтоинспекции города Якутска было направлено представление о привлечении родителей несовершеннолетнего пешехода к административной ответственности. С начала года на дорогах столицы произошло 48 ДТП с участием несовершеннолетних, при которых 52 ребенка получили различные травмы, и двое погибло. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.